Привет! Сегодня я поделюсь своими впечатлениями о мини-печи от Endeavor, модель Danka 4036. Мы вместе разберем ее ключевые функции, особенности и выясним, стоит ли она своих денег. Останься со мной, будет интересно! Как только ты увидишь эту мини-печь, то сразу же заметишь ее стильный черный дизайн с изысканными вставками цвета розового золота. Эта печь прекрасно вписывается в интерьер кухни, привлекая взгляды гостей и близких. Она компактная, так что ты легко найдешь для нее место на своей кухне. И еще один плюс – прорезиненные ножки, которые обеспечивают надежную устойчивость на любой поверхности. Кроме того, в комплекте ты найдешь противень, ухват для противня и решетку, что существенно упрощает начало использования печи. И не забывай проверить описание под видео. Там я оставила для тебя ссылки на проверенные магазины и специальный промокод для скидки. Это отличный шанс сэкономить на покупке. Поговорим о том, что делает эту мини-печь такой особенной. Во-первых, ее мощность в 1600 Вт. Это гарантирует быстрый и эффективный нагрев. А объем в 35 литров впечатляет для мини-печи, позволяя готовить больше, чем в обычных моделях аналогичного размера. Особенно это актуально, если ты используешь ее на даче, где установка полноценной духовки невозможна. Три режима нагрева – верхний, нижний и двухсторонний, плюс режим конвекции – дают тебе свободу выбора при приготовлении различных блюд. Диапазон температур от 100 до 250 градусов и таймер на 60 минут с функцией автоотключения и звуковым сигналом облегчат процесс приготовления даже самых сложных блюд. А благодаря внутренней подсветке ты сможешь следить за процессом приготовления без необходимости открывать дверцу. И не могу не упомянуть 18-месячную расширенную гарантию. Она позволяет не волноваться о возможных неприятностях и полностью сосредоточиться на кулинарных экспериментах. После тщательного изучения отзывов владельцев я сформировала список ключевых плюсов и минусов этой мини-печи. Минусы. Нет конвекции. Сильный нагрев корпуса. Плюсы. Идеальный пропек, простота управления, привлекательный дизайн, отличное качество выпечки, стабильность температуры, высокое качество материалов, хорошая комплектация. Итак, мы подошли к концу обзора. Не забывай проверить описание под видео, там ты найдешь полезные ссылки и скидочный промокод. Мне будет интересно узнать твое мнение об этой модели, так что пиши в комментариях. Если тебе нравятся мои обзоры, подписывайся на канал и ставь лайк. До новых встреч!